Всем привет! Сегодня мы открываем спиннеры. Да, теперь у нас есть такая крутая игрушка. Новая игрушка антистресс. Вот сначала Элина нарисовала на бумажке сама вот такой спиннер. Покажи, как ты его крутишь, бумажный. Потому что это бумажный, он взлетает чуть-чуть. Вот так у нее крутился до этого бумажный спиннер. Ну а теперь мы приобрели вот такие два разных спиннера. Один вот светится, а второй нет, такой вот просто обычный спиннер. Давай, открывай, посмотрим спиннеры. Мы выбрали такие более девичьи цвета, желтый и розовый. Вот мы открыли светящийся спиннер. Да, у него каждый кружочек включается. Вот можно один покрутить светящийся. Воу, как здорово крутится. Надо вторую включить. Вот сюда подними. У нее включается на этих. Вау, как здорово. Вот как он здорово светится, да, вообще. Классно. Еще вот третий включим. Вау. Супер! Еще сильнее давай, крути! Вау! Вот как он крутится! Дискотека! И светится! Сейчас мы... Здорово! Сейчас мы второй откроем! Вот этот розовый спиннер, он металлический, он вот такой вот тяжелее даже, тот пластмассовый. Очень тяжелый. Посмотрим, как же он крутится. Вот, он еще круче вертится. Он даже на одном пальце крутится. О, Элина на одном пальце крутит, вау, здорово. И не падает даже. С наклоном упал. Сейчас второй попробуем на одном пальце. Ой. Получается? Да. Он быстро останавливает. Вот таких у нас два спиннера, даже три. Да, вот наш... коллекция спиннеров. Может, мы потом найдем еще более интересные спиннеры. Да. Но такие нам очень понравились. Да. Классные. Даже черепашка крутит спиннер. Вот наши спиннеры. Светящиеся. Вот у него здесь у каждого есть свой включатель и выключатель, да, одновременно. Металлический, тяжелый, розовый и бумажный. Фиолетовый. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!